Так, HDX T35FWS. Парочка видео вопросов. Даем газку. Смотрим на рычаг опережения зажигания. Вот он пошел. Пошел, пошел, пошел. Дошел. Все, теперь обратно. Газ снижаем. А это стоит рычаг, то есть опережение максимальное. Только уже в конце оно уходит в исходное положение. Вопрос второй. Заслонка воздушная. Вот она в каком положении стоит. То есть если мы соленоидом закроем, потом отключаем. Вот она встала не совсем в горизонтальное положение. Хотя в это положение она встать может. А не дает ей встать. Вот это вот пружинка. Мотор изрядно жрет топливо. Может из-за этого. На поршнях черный нагар. Свечка нижняя. Вот в таком состоянии. То есть нагара довольно много. Но маслица не жалел. 1 к 40 МГД-14. Последнее время лил. Каюсь. Пока все.